Приветствую вас, друзья и недруги. Лера Кудрявцева выложила милейшее видео разговора со следовым разводчиком. Ну, вы помните все эти операторы Сбербанка? Раньше эти вот украинские мастера разводок представлялись банковским служащим. Потом вот это пошла сейчас волна, что они работниками, силовиками, работниками органов представляются для того, чтобы разводить наивных наших сограждан. Вы сейчас посмотрите вот этот диалог телеведущей с бравым хлопчиком. А я должен вас предупредить то, о чем Андрей Макаревич не так давно рассказал, что теперь эти украинские мастера разводок прозванивают по базам поклонников Макаревича, Галкина, этих резидентов комеди-клаба, и говорят, что вот, мол, бедствуют иммигранты и собирают деньги. То есть новый способ разводки. Ну, представляете, находятся идиоты, которые просто скидывают людям, у которых ценник там, ну, не знаю, тот же Андрей Вадимович, он до 9 миллионов рублей поднял расценки за корпоратив. Ой, который раз повторю присказку: интересно, девки пляшут. А разговор с Лерой Кудрявцевой послушайте обязательно. Да, здрасте. Вы не одна, да, стоите? Здравствуйте. А что такое? Вас как это волнует, одна или не одна? Я уточняю, меня не волнует. Я просто обязан вас проинформировать, предоставить последовательную информацию. Нам поступило поручение со стороны Федеральной службы безопасности. В рамках уголовного дела предусмотрено статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Простыми словами, это государственная измена. Суть состоит в том, что произошла компрометация личных данных клиента, потечков данных по нашему региону. И вот ваши данные даже находятся в списке, чьи данные были скомпрометированы. Мы это подозреваем сотрудников коммерческих банков на своем утечке. Вот выполняются нехарактерные действия. Это как списание и личных сбережений, также и оформляют кредиты незаконным путем. И вот что самое главное, совершались переводы на территорию Украины от имени клиентов. Как раз таки те действия, которые были совершены по отношению к вам. Валерия Львовна, интересует некий Дмитрий Геннадьевич, не знаком вам? А скажите, а Крым чей? Да. Ну, пока месть ваш. Ваш это чей? Ну, Российская Федерация. А что значит пока месть ваш? Ну, пока месть, потому что мы заберем его обратно себе. Да? Аплодисменты. Аплодисменты, мои птички. Мои вы хорошие. Как дела, девчонки? Нормально, как у вас, ребят. Все нормально. Такой приятный голос и улыбка у вас. Ну все, ребят, давайте так. Миру мир во всем мире, ладно? Благодарю вас, да. Давайте, пока.